Сегодня 19 июня 2018 года. Я пришел на второй мостик. На первом там мы натягивали уже провода. Ну, проволоку готовим. Через неделю могут пригнать бульдозер из Барнаула. Это мне опять в копеечку влетит. Около 13 рублей за каждый километр, как будто бы. Ну и вот здесь я стою на мосту. На этом мосту как плотина. И он потеряет. Видно там дом Иосифа. Такой. У меня руки трясутся, и поэтому еще нет. И вот это второй мостик. Вот летают чибисы. Такая интересная птица. И щивы кричит. А мы всегда отвечали: свои. Мышь какая хохлатая. А это вот второй мостик. Ну сколько длина? Я не знаю тут. Ну 300 метров есть, конечно. Ну и ширина больше 100 метров. Для нас это. Ну и глубина больше 2 метров. Ну вот тут надо поднимать плотину. Нам страшно много вреда сделали бобры. Прорыли плотину зимой, а вода-то поднялась до уровня, рванула по этим дырам-то и все разнесла в дребезги. Вот здесь мы подняли хорошо. Кусты эти вот были в прошлом году, ну, на сухом месте. А нынче вот они от берега сколько. Тут можно всякую рыбу разводить, но пока ничего мы нынче они не пустили. У себя там. Это я иду уже по второму мостику. Показать, как здесь. Что кое-кто наблюдает, знает. А это вот лог с обратной стороны. Там, где вода. А вот влево, если я так проведу, и вот тут глубина. Ну, тут метра 4. И вот лог идет. Лог. Деревья. Это лог. Это после нового потопа осталось. Ширина его тут 50 метров. И глубина, ну, не меньше, как 15, может, метров 10. Там идет. Эта вода размывала, все уходило. Во время нового потопа другого объяснения нет лагам. Вообще нету. Оледенение придуманному 50 теорий. А лагам только один. Вода, размокшую землю, уносила. Вот это кусты. Тут коров прогоняли. Когда мы были еще маленькие, то тут вода была. Может, не так много, но была. А вот тут все прорвало. Прорвало. И они наши мешками заложили все. Вот она где. Мешками. Вода не идет тут. Они забили ее. Забили. Мешков сколько тут у них с глиной? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, больше 20. И дальше оттуда будет брать глину. Пока затормозили. Пока. Пока мы тут будем все саманить. Вот оно, прорва. В этом месте как раз и было слабо. И оно тут и прорвало. Мы сделаем сюда сваи, забьем сваи. Вот так. Ну, пока вода держится, это озеро-то нас не очень трогает. В Потеряевке там свои пруды, ну а это замечательный. Там он, ложбинка, там крещение те годы было. Я ничего не вижу, я бы показал. Плотина поросла уже в этом году, это хорошо. Но это все уйдет под новый слой. Тут нужно поднять не меньше, чем метр. Метр, а то и больше. Выгнуть ее горбом. В прошлом году здесь делали. И так эта бровка сохранилась. Если на нее еще покуситься, вода поднять. Вот тут огромная дыра. Ой-ой-ой.
Это все надо разбомбить и убрать. Что-то надо делать. Вот я прошел плотину. А теперь лог показываю. Какой лог. Тут была трасса. И я тут колодец копал. Колодец один выкопал. Один. Настоящий колодец со срубом. С очистным сооружением. Слой там гравия, песка. Все возил и возил сюда для проезжих. И тут надпись была: здесь можно напиться. Кружки повешал, и кружку одну за другой воровали. А потом кучу кто-то наворотил. Так пришлось все бросить, эту затею. Понятно. Вот этот берег. Ну что, пойду я по нему, посмотрю дальше, что там есть.